Центре детского технического творчества «Новация» нашествие роботов. 25 декабря здесь прошел второй этап городского конкурса робототехники «Робобаттл». Изначально заявки представили 98 ребят из 10 образовательных учреждений города. Серьезный конкурсный отбор прошли 8 лучших команд. В финал вышли, например, такие изобретения, как робот-сапер, робот-друг, робопес. Нашим ребятам не с кем соревноваться. И поэтому наряду с непрофессионалами, с школьниками из города Иваново, мы соревнуемся и показываем себя, дети показывают себя именно друг перед другом. Да, потому что именно конкуренция, которая складывается в разных группах Центра инновации, технического творчества по робототехнике, является прогрессивным, да, является площадкой, где можно показать свои наработки, свои умения, рассказать, что ты умеешь, поделиться своими навыками. В мастерстве соревновались профессионалы, те, кто постоянно занимается в Центре инновации, и любители. Ребята из обычной школы, для которых роботы не более чем увлечение. Аристарха и Максима робототехника интересует всерьез. Мальчики представили на суд жюри мотоцикл. Эта модель может двигаться вперед и назад. Но прежде чем оживить робота при помощи специальной программы, ребятам пришлось потрудиться. Конструкцию собирали и разбирали несколько раз. Сначала мы думаем, как что пробуем. Но не как сначала, собрать его не получается. Да. Сначала надо подумать. Потом схему создать. И собрать. Мы это на целых 2 урока растянули. Другие участники конкурса пробовали собрать модели, которые станут помощниками человека. Кто-то смастерил робота-доктора, кто-то робота-кресла для людей, не способных передвигаться самостоятельно. Жюри принять решение о том, кто победил, было непросто. Одними из главных критериев оказались социальная направленность и, конечно, функциональность модели. Любовь Подчерникова, Сергей Коликов, РТВ Иваново.